До конца первого тайма 23 минуты 40 секунд. Команда «Пронто» Ростов-на-Дону открывает счет 0-1. Oh!
12 минут идет. Идет вроде. Вроде идет. А до конца первого тайма 19 минут 41 секунда. Счет 0-1 в пользу команды «Пронто» Ростов-на-Дону. Первого тайма 19 минут 5 секунд. Счет 1-1. Команда «Газпром Трансгаз Ставрополь» отыгрывает мяч.
конца первого тайма 17 минут 24 секунды. Команда «Пронто» Ростов-на-Дону снова выходит вперед 1-2. Thank you.
конца первого тайма 14 минут 47 секунд. Счет 1-2 в пользу команды «Пронто». Thank you.
До конца первого тайма 12-27. Счет 1-2. В пользу команды «Пронт» Ростов-на-Дону. Счет 1-2 в пользу команды «Пронта» Ростов-на-Дону.
6 минут до конца тайма ровно. Первого тайма 5 минут 45 секунд. Команда «Газпром» «Трансгаз» Ставрополь отыгрывает мяч. Счет равный 2-2. Шестой фол пробивает команда «Пронда». Конца первого тайма 5 минут 4 секунды. Счет равный 2-2. Четыре минуты 53 секунды. Thank you.
2 минуты 26 секунд до окончания первого тайма. Минуты 5 секунд до окончания первого тайма.
26 секунд. 26,6 секунд до окончания первого тайма. Итак, начинается второй тайм матча между командами «Газпром Трансгаз Ставрополь» и «Пронт Ростов-на-Дону». Счет после первого тайма 2-2. Давай.
конца второго тайма 20 минут и 6 секунд. Счет равный 2-2. Thank you.
15 минут ровно. Счет 2-2 равны. До конца второго тайма 12 минут 43 секунды. Команда «Газпром-Трансгаз Ставрополь»
выходит вперед. Счет 3-2. До конца второго тайма 11 минут 28 секунд. Команда «Газпром Трансгаз Ставрополь» увеличивает свое преимущество 4-2. До конца второго тайма 9 минут 50 секунд. Счет 4-2 в пользу команды «Газпром Трансгаз Ставрополь».
8:20 до конца матча, счет 4-2 в пользу «Газпром-Трансгаз» Саратов-Ставрополь. Счет 4-2 в пользу «Газпром-Трансгаз-Саратов». Пронто Ростов отыгрывает один мяч. До конца второго тайма 5 минут 39 секунд. Счет 4-3. Все также в пользу команды «Газпром Трансгаз Саратов». Давай!
До конца матча 4 минуты 56 секунд. Счет 4-3 в пользу команды «Газпром Трансгаз Саратов». Давай, давай, еще чуть-чуть, потерпите, пожалуйста, давай! Секунд, счет 4-3. Давай!
28. До конца второго тайма счет 4-3 в пользу команды «Газпром Трансгаз Саратов». Минута 51. Минута и 8 секунд до окончания второго тайма. Пять секунд. 39 секунд. 4-3 в пользу «Газпром Трансгаз Саратов». Тридцать секунд. 26 секунд. 20 секунд. 17,6. 15. 10. 8,7 секунды на табло. 2,8 секунд на табло.
Матч окончен. Со счетом 4-3 победу одержала команда «Газпром» «Трансгаз Саратов».